Стильная женская мода для взрослых, руководство для руководителей, предпринимателей и повседневных женщин. В современном обществе мы все рискуем подвергнуться судебному преследованию хотя бы раз в жизни. Да, мир рушится. Мы все нападаем друг на друга, давая юристам большую гарантию занятости. Ну, для тех, кто носит шик везде, куда бы они ни пошли, вам, вероятно, следует перестать смотреть здесь. Это видео о том, как выглядеть великолепно, комфортно, профессионально и нормально. Если вы хотите выставить на показ свои вещи и попросить, чтобы вас ограбили, перейдите к следующему видео здесь. В жизни я понял, как важно не жить материалистической жизнью. При этом мы все тоже должны наслаждаться хорошими вещами. Мы все должны выглядеть хорошо. Мы все должны выглядеть великолепно. Мы должны получать комплименты везде, куда бы мы ни пошли. При этом для нас важно выглядеть великолепно, но при этом быть доступными. Носите то, что заставляет вас хорошо выглядеть и привлекает внимание к областям, которыми вы гордитесь. Подчеркивайте свои лучшие черты и не носите одежду, которая заглушает ваши лучшие черты и заставляет вас выглядеть неряшливо. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. Мы должны выглядеть великолепно, но не требовать ограбления или судебного иска. Вот советы, как выглядеть лучше, одновременно чувствовать себя комфортно и выглядеть как обычный человек. Выглядеть сексуально в одежде. Во-первых, просто потому, что вы выглядите профессионально, это не значит, что вы не можете выглядеть суперсексуально. Как женщина, я люблю мужчин в хороших джинсах. Этот синий рабочий образ в качестве джинсов будет очень сексуален независимо от вашего пола. Точно так же красивые пуговицы с воротниками очень сексуальны и профессионально впишутся в ваш гардероб. Зачем ходить вокруг шеи? Носите V-образный вырез весь день. V-образный вырез очень сексуален и удлиняет ваши естественные резкие черты лица. Да, вы можете отлично выглядеть практически без денег. Вот о чем все это. Минималистичный, сексуальный, модный и красивый образ для бега или встречи с высокопоставленными руководителями, но без особых усилий. Доступность и наличие мягких навыков помогут вам преуспеть в жизни. Не старайтесь слишком сильно и не проявляйте социальной напряженности во всем, что вы делаете. Выглядишь потрясающе и уверенно в своей осанке. Внедрите их в свою жизнь, чтобы оживить внешний вид, куда бы вы ни пошли. Нажмите кнопку «Мне нравится» для алгоритма YouTube. Что ж, следующий выглядит великолепно, но может вызвать проблемы со спиной. Скрестить ноги. Когда вы стоите или сидите, скрестите ноги, чтобы выглядеть сексуальнее и стройнее. Женская мода. Вот советы, как выглядеть модно и сексуально независимо от возраста. Обувь. Новая любимая вещь в наши дни – это классические кроссовки. По поводу обуви многого не скажу. Обувь отлично подходит для того, чтобы показать свою индивидуальность и произвести впечатление на других. Они помогут вам завершить образ и выглядеть великолепно. Существует так много разных типов обуви, размеров и цветов каблуков, что это интересный способ завершить ваш образ так, как вы чувствуете себя лучше всего. Веселитесь с ними. Будьте практичными и стратегическими. Наслаждайтесь ремешками, цветами, V-образной формой, острым носком и другими забавными стилями. Возможно, избегайте кроксов, но в противном случае выберите обувь, которая намеренно контрастирует или идеально сочетается с атмосферой вашего наряда. Обувь не обязательно должна соответствовать вашему наряду. Просто будьте осознанны в своем выборе. Джинсы, цвета хаки или классические брюки,
они все выглядят великолепно. Я бы просто избегал ботинков и предпочитал носить их с прямыми штанинами или скинни, в зависимости от случая. Все дело в ноге и заднице, убедитесь, что линии хорошие. Приобретите цвета, которые сочетаются со всем, что есть в вашем шкафу. Иметь по 3 штуки каждого из 3 разных цветов не составит труда. Вы можете отлично выглядеть при ограниченном бюджете. Я не знаю, какая марка вам нравится, но за несколько секунд я нашла эти брюки Лии за $50 и считаю, что они выглядят великолепно. Футболки с V-образным вырезом, классические рубашки и поло отлично подходят для разных случаев. Все дело в фасоне, материале и цвете. Купите цвета, которые идеально подходят к тону вашей кожи. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. Если вы европеоид с зелеными, голубыми или карими глазами, носите больше синего и зеленого. Если у вас загорелый или более темный оттенок кожи, вы отлично будете выглядеть в оливково-зеленом, пурпурном и синем цветах. Розовый, красный, оранжевый, желтый, черный и белый отлично смотрятся на всех. Носите красивую ткань, которую, возможно, не придется гладить. Качественный материал, который отлично выглядит. Убедитесь, что сидите идеально и ваши наряды можно комбинировать или комбинировать друг с другом. Куртки. Классические жакеты помогут придать вашему наряду более нарядный и профессиональный вид. Да, вы можете носить пиджак с джинсами, чтобы создать профессиональный, доступный и веселый образ. Если вы хотите стараться больше и выглядеть лучше в более важных случаях, попробуйте какие-либо даже брюки следующего уровня, классические брюки. Я не говорю, что покупайте высококачественные классические куртки в Walmart, но я хочу сказать, что каждый может найти что-то подобное, что будет отлично смотреться при ограниченном бюджете. Тратьте то, что хотите потратить. Тратьте то, что вам нужно потратить. Вам понадобится всего 5 классических пиджаков разных фасонов и цветов. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. Платья. Платья самые лучшие, если они вам нравятся. Они выглядят потрясающе и очень лестно. Они также расслаблены и беззаботны в зависимости от вашего выбора обуви. Обязательно время от времени примерите платье, если оно вам нравится. Их всегда можно разнообразить свитером или курткой. Оттенки. Тени показывают, что вы стильны, заботитесь о здоровье глаз и стараетесь хорошо выглядеть. Оттенки выглядят круто. Обязательно признайте, что ваши очки расскажут кому-то о вашей личности. Вы шикарны и модны. Вы спортивный и веселый. Выбирайте стиль и цвет для разных случаев. Вам нужно всего лишь несколько оттенков разных стилей или цветов. Зеркальные линзы – лучший вариант. Опять же, вы можете купить отличные стильные очки, в которых вы будете выглядеть на $1 миллион. И все это менее чем за $25 за штуку. Обязательно следите за языком своего тела и ситуацией. Тени – это весело и стильно, но обязательно снимайте их при заключении деловых сделок, потому что вы можете стать менее доступным и профессиональным, если запретите прямой зрительный контакт в ситуациях с высокими рисками или в профессиональных ситуациях. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. Часы. Точно так же, как солнцезащитные очки отлично подходят для вождения и навигации под солнцем, часы могут означать прохалт, например, отслеживание фитнеса, статус или функцию, которая показывает, что вы своевременны и ответственны в повседневной жизни. Я часто ношу часы Casio, отлично функционирующие часы с солнечной батареей, которые служат вечно и выглядят довольно круто.
Это отлично подходит для работы, низких температур или подводного дайвинга. Часы Garmin, Fitbit и Apple отлично подходят для фитнеса, GPS-слежения и занятий спортом. Солнцезащитные очки, ремни и часы – это аксессуары, которые могут оживить ваш стиль. Они не обязательны, но это необязательное дополнение может многое о вас рассказать. Будьте внимательны к качеству, комфорту, стилю, посадке и цветам. Лучшее для тебя. Помните, не меняйте себя. Найдите моду, которая идеально подойдет вам. Найдите вещи, которые вам нравятся. Не носите вещи, которые вам не нравятся. Не меняйте свой стиль. Вместо этого улучшите то, как вы одеваетесь в определенных случаях. Пробуйте новые вещи. Посмотрите, что работает для вас. Делайте то, что предпочитаете. Делайте то, что считаете лучшим. В целом знайте, что вы можете выглядеть великолепно независимо от типа вашего телосложения. Седые волосы могут быть довольно сексуальными. Просто будь собой. Когда ты уверен в себе и одеваешься в своем любимом стиле, вы будете уверенно идти к успеху. Не тратьте деньги, думая, что это поможет вам добиться успеха. Вместо этого покупайте ключевые предметы по стратегическим ценам, затем комбинируйте внешний вид и убедитесь, что все предметы можно сочетать в рамках бюджета. Тратьте ту сумму, которая вам выгодна. Эти предметы прошлого года. Покупайте вещи, которые прослужат вам долгие годы, и сохраняйте их. Нажмите кнопку «Нравится» для алгоритма YouTube. Вам не нужно много. Вам просто нужны правильные вещи. Вам просто нужно знать, что выглядит хорошо. Знай, что ты любишь. Затем примите меры, чтобы показать себя с лучшей стороны. Выглядите лучше всего в том, что вам нравится. Не то, что нравится другим. Комментируйте ниже, я думаю, что черно-белое смотрится отлично всем. Вы согласны? Тебе тоже нравится V-образный вырез? Если вам нужны дополнительные советы, я раньше запоем смотрел телепередачу о том, что не следует носить. Это отличное шоу с отличными советами, которые действительно могут помочь вам создать отличный стиль, но, что еще более важно, где есть вещи, которые льстят вашей конкретной фигуре. Хорошо выглядеть значит носить вещи, которые хорошо сидят и заставляют вас чувствовать себя уверенно и доступно. Оставьте комментарий ниже, если вы смотрите это телешоу. То, что ты носишь, многое о тебе говорит, ты согласен? Пожалуйста, ставьте лайк, делитесь, подписывайтесь и оставляйте комментарии ниже, чтобы поддержать этот канал и помочь мне добиться успеха, чтобы я мог публиковать для вас больше видео. Спасибо всем, что присоединились ко мне. Скоро поговорим о следующем. Нажмите на изображение на экране, чтобы подписаться и посмотреть больше видео.